Фруктовый сад посреди пустыни. Благодаря использованию современных технологий, капельному орошению и автополиву, мангоставский фермер получает хороший урожай абрикосов, винограда и яблок. Источник жизни – воду Жаксылык и Бадулаев используют специально из подземных источников. В последние годы фермер решил заниматься и теплицами. Здесь в основном выращивает помидоры и огурцы. В прошлом году в хозяйстве собрали больше 100 тонн овощей. Только ежедневный урожай огурцов – полтонны. В 2005 году открыл хозяйство. Сейчас же я могу многое рассказать о выращивании других культур. Изучаю, как поведут себя разные растения. Вот в прошлом году на 3 гектарах земли мы посадили люцерну. Выращиваем ее на корм скоту.